Я не пошел по другому пути, допустим, да, чтобы просить помощи, допустим, да, или как-то. То есть я начал сам выходить из этого положения. Вот пошел зеленый свет направо, и мы пошли. Ашот Етумян за рулем почти 20 лет и без единой аварии. При том, что водит машину в буквальном смысле одной левой, будь то иномарка или советская классика. Правая рука не работает совсем, с младенчества. Родовая травма. С тех пор, как говорит он сам, не ищет легких путей. В молодости пытался вернуть руке подвижность, безуспешно, но с тех пор привык работать над собой. Не одинока она уже. Вот так цепляется. Эта конструкция весит 17 килограммов, кепка 7, поножи еще по паре килограммов. В такой амуниции он пробегал по несколько километров в день. Дает силу, выносливость вообще великолепно дает. Все сделано дома, своими руками, по собственным чертежам. Ашоту сейчас 42 года. В семейном архиве переписка с журналом «Юный техник», который во времена Советского Союза объединял начинающих изобретателей. Сегодня у него всегда под рукой тетрадь. Рисую свои идеи, чертежи. Одна из таких идей – организация поточного производства сувениров из гипса. То, как все организовано, 15 лет держали в секрете. В каждое сырое изделие вставляется шуруп. При высыхании он формирует резьбу. Такие же приварены к металлическим прутьям, а в столе просверлены отверстия. Объемы производства были в 4 или 5 раз выше, чем у конкурентов. Мы берем, оба окунули, все, загрунтовали, все, оно повисло. Опять окунули, загрунтовали, оно повисло. То есть стекает. То есть не надо работать кисточкой. То есть это все очень быстро делается. Эта плитка не раскрашивается. Она изначально изготавливается цветной. Такой рисунок не стирается со временем. Дело опять же в технологии. Краска фактически смешивается с верхним слоем раствора. В каждой форме я поднял бортики, борта. Правильно? То есть вот они борта. Есть. Получается, первый слой я заливаю цветным красителем, компонентом. По словам изобретателя, старые ноу-хау по разным причинам потеряли актуальность. Но есть технология, которую он пока держит в секрете. Специальный тренажер для мышц спины, если, например, происходит защемление нерва или нужна реабилитация после травмы. Мы люди, мы ходим вертикально, да, у нас постоянная компрессия. Чтобы выйти из этого положения, нам надо создать декомпрессию, правильно? То есть мы к этому приходим по-разному. Мы можем пойти на массаж, мы можем лечь, идет декомпрессия. То есть можно сделать какие-то растяжки, водные растяжки, да, подводные вытяжения. То есть это все декомпрессия, да. Я сделал другое. Мечта – построить зал с несколькими подобными тренажерами для разных групп мышц. Сейчас идет работа по оформлению патента и обсуждению технологий с медиками, а также поиск инвесторов. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.